Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Анастасия Чернышова, Владислав Антонышев, Москва. Представляющие тренерский коллектив Арины Ушаковой, Анастасия Чернышова и Владислав Антонышев лично на меня произвели очень сильное впечатление по итогам короткой программы, показавшись значительно интереснее по сравнению с контрольными прокатами юниорской сборной. Сейчас они находятся на третьей строчке и штурмуют пьедестал почета этих соревнований. Несмотря на то, что в программе случился один очень неприятный недочет, начать все-таки мне бы очень хотелось с хорошего. Восхищаюсь в который уже раз. Анастасия Чернышова, Владислав Антонов. Творческим потенциалом наших тренеров, в первую очередь, совместных вращениях. Вот, обратите внимание, Евгений Плющенко уже на площадке. Сразу несколько девушек в мужском
в женском юниорском катании представляет этот специалист, двукратный олимпийский чемпион, который, кстати, выиграл командное золото как раз-таки на льду айсберга. Но об одиночниках и одиночницах чуть позже. А пока скажу, что в том, что касается совместных вращений, каждая следующая пара вызывает искреннее восхищение. И невероятно обидно за вот этот выброс Ридбергер, который, по большому счету, и лишил Анастасию Чернышову и Владислава Антонышева места, я думаю, что в лидерах. Боролись бы или нет с Артемьевым и Брюхановым за промежуточную первую позицию, теперь нам знать уже не дано, а сейчас становится очевидно, что уступят Юлии и Алексею эти фигуристы, при том, что произвольная программа крайне любопытная, отличная подкрутка, уверенный каскад тройной сальхо, фоллер двойной сальхо, параллельный тройной ридбергер, классный, а здесь вот как-то прям так неудачно сложилось нога у партнерши, но хочу отметить вот этот самый Тодес, чуть ли не 5 оборотов я насчитал, тянул до последнего, чтобы получить 4-й уровень Влад Антонышев, и этот самый 4-й уровень фигуристы получили. Ну а что касается совместных вращений, то здесь фантазия наших специалистов разыгрывается по полной, и каждый из них становится настоящим украшением каждой программы. Анастасия Чернышова, Владислав Антонышев за произвольную программу набирает... Ну что, да, это второе место и в произвольной программе, и по сумме они также выходят на вторую строчку. Итоговым баллом 170,82 балла. И на данный момент пара занимает второе место.